Мне кажется, ПАС, партия действий солидарности, должна, во-первых, заняться построением своих территориальных организаций. Они должны серьезно подойти к строительству партии, а также к аналитическим процессам и разработке стратегии ввиду подготовки к будущим парламентским выборам, неважно каким, досрочным или ординарным. Что касается платформы «Достоинства и правды», мне сложнее говорить. Я не знаю, там, у меня меньше информации насчет, какова реальная ситуация в этой партии. Но, наверное, их ситуация в части структур и единости, учитывая то, что происходит в территориях, также оставляет желать лучшего. У них есть прекрасная возможность сконцентрироваться на строительстве своих партий, на осмыслении своего места на политической арене. И на то, что они не могли делать, будучи в правительстве и будучи у власти. Так как, будучи у власти, нужны существенные финансовые ресурсы на то, чтобы собрать параллельную команду, которая бы занималась и заботилась бы о партии. Так как партии все-таки оппозиционные, они слабые, так как у них нет админресурса, у них нет финансовой серьезной поддержки. И это молодые партии, в которых еще не научились работать так, как оно должно, с моей точки зрения, особенно в условиях Молдовы. Но даже если у них все будет хорошо, я считаю, что простое большинство в условиях тех демографических проблем, о которых я говорил, и изменений electoral pool, избирательного бассейна, нет предпосылок на сегодняшний момент для того, чтобы, даже если они отработают очень хорошо, нет предпосылок для того, чтобы они получили простое парламентское большинство. Я считаю, что у русских и у Дадона есть стратегия ввиду получения парламентского большинства, есть политтехнологическая наработка того, как они будут это делать. Иван Чубан будет играть одну из ключевых ролей в этом сценарии. И у них есть четкий план выхода на новую электоральную нишу. А вот у правых партий такой стратегии, такого анализа нет. Они еще не осмыслили, с моей точки зрения, реалии. И что мне кажется, у нас все-таки в стране больше нет предпосылок для сохранения этой искусственной системы координат. Ее нужно полностью уничтожить. И нужно объединять людей не вокруг политиков, а вокруг идей. Мне кажется, здесь огромная маржа для маневра и для появления новых идей, которые будут продвигать новые лица, новые люди, идей и концепций, которые никогда еще не существовали в нашей политике.